Здравствуйте, уважаемые гольфисты! С вами Антон Самсонов на самом популярном канале о гольф-советах в России и стран СНГ. И сегодня мы с вами приехали на зимнюю площадку для тренировки в гольф-центр на Берсеневской набережной. Открыли ее аж в 2015 году, но в этом году было очень много изменений. Давайте их посмотрим вместе, новые симуляторы, новый ресторан. И не забудьте заранее позвонить, чтобы забронировать себе место на бесплатной парковке. Пойдемте. Гольф-центр работает каждый день с 10 до 10 вечера, но по выходным он открывается в 8 утра. Поэтому не забудьте заранее предупредить, что вы едете, чтобы вам хватило обязательно симуляторов. И, конечно же, не забывайте, что здесь еще работает и гольф-академия, а также и гольф-магазин. Итак, пойдемте посмотрим. Заходя в гольф-центр, вы сразу чувствуете атмосферу гольфистов. Рори МакИлрой, красивые фотографии Тайгера Вудса. Вы уже настроены на успех и на отличную тренировку. Некоторые аспекты поменялись. Конечно же, не было стенки для разграничения ресторана. Но остальное все достаточно привычно в последние 6 лет. С правой стороны у нас уборные. И как только мы с вами входим на ресепшн, чтобы поздороваться с девушками и сказать, во сколько мы бронировали симулятор, мы также с вами видим отличный магазин. Это магазин Golf Market. Многие знают главного идейного вдохновителя Михаила Пучкова, который построил практически, если не все гольф-поля в России. Поэтому, если вам что-то нужно, маечки, клюшечки, кепочки, ботиночки, это все есть здесь в наличии, чтобы вам не нужно было никуда уезжать. Поэтому приезжайте, посмотрите, главное, не забудьте сказать пароль Samsonov Golf, чтобы получить специальные цены. Ну что же, мне пора переодеться в гольфическую одежду и посмотрим с вами симуляторы. Пойдемте. Женская раздевалка находится с правой стороны. Тут вы можете оставить свои вещи, если вы пришли в ресторан или на тренировки. Ну а также вы можете воспользоваться локерами, которые очень-очень удобны, и оставить здесь все свои вещи. Ну, мы не можем не узнать и цены. 1 час тренировки на симуляторах гольф-зон в гольф-центре стоит 1800 рублей в будни. Вечером после 4 и в выходные он стоит 2300 рублей. Достаточно классная цена и лояльная, а если вы еще покупаете абонемент на 10 уроков, вы получаете дополнительную скидку. Также здесь действуют специальные акции на уроки. Многие сборники, которые здесь тренируют и активно работают в академии, дают уроки по 3500 рублей за человека или 4500 на двоих. То есть, в принципе, достаточно доступно, чтобы попробовать гольф в межсезонье. Ну что ж, мы поговорили про цены, и самое приятное то, что здесь есть огромный бэк-сторож. Вы можете не возить свои клюшки с собой в багажнике, не таскать их по улице, а оставить на хранение в гольф-центре так же, как и я. Ну что же, не забудьте, перед тем, как вы идете на симуляторы, не забывайте про паттер. Все-таки это более 50% всей вашей игры. И очень часто на гольф-симуляторах нет площадки, где это потренировать. Но именно здесь трава Хёксли одна из самых престижных и самых классных. Она позволяет вам потренировать упражнения север, юг, запад, восток, прочувствовать дистанцию пата. Это очень-очень важно, особенно в зимний период. Поэтому пару ударчиков, метр, два обязательно потренируйте перед тем, как вы пойдете на симуляторы. Ну что же, симуляторы гольф-зоны считаются одними из самыми лучшими на рынке. В 2017, 2018, 2019 и 2020 году они выиграли номинацию «Лучший симулятор» по версии Golf Digest. Поэтому не зря здесь у нас это все есть. Мы с вами отправляемся на Driving Range, чтобы посмотреть, какие характеристики нам показывает симулятор и почему его так хвалят. Конечно же, одним из самых классных элементов на симуляторах Golf Zone является Golf Zone Open, когда вы в любой день недели можете сыграть 18 лунок, и они пойдут в зачет по России, по городу и даже по стране. То есть это очень классно, это на самом деле интерактивная игра. Здесь установлено 4 симулятора на этой стороне, и они все с автоподачей, то есть не нужно нагибаться и ставить мячик. С другой стороны у нас 3 симулятора, которые нужно делать все это вручную. Все, что вам необходимо для тренировки, симуляторы Golf Zone вам могут показать от ваших красивой траектории до скорости и общей дистанции. Эту дистанцию мы меняем на каждой клюшечке. Это был сэнд, вот сейчас мы сделаем удар, например, семерочкой, и мы видим, что мы бьем с другой
части. Не забывайте, что Golf Zone позволяет вам менять настройки. То есть вы можете поставить настройки для любителей, для профессионалов и супертур профессионалов. То есть если пришел 5-летний мальчик, мы ставим ему сложность легко, и у него даже будет мячик немножко лететь дальше. В этом плане симуляторы Golf Zone реально помогают детишкам включиться в свою игру. Очень много различных интересных форматов. Симуляторы Golf Zone позволили с этого года на самом деле размещать очень прикольную рекламу. Вот, ваш покорный слуга. И гольф-клуб Mill Creek в Питере. Так, ну что, мы посмотрели все поля, короткие луночки. И сейчас Ladies Thursday. Нам нужно познакомиться с Натальей Захаровой, которая сегодня пришла к нам на урок. Наталья, здравствуйте. Антон. Как у вас дела? Как все настроение? Отлично, все хорошо. Спасибо вам большое, что приехали на женский четверг. Спасибо, что пригласили. Всегда рады. Ну что, расскажите, какие у вас пожелания, что у вас получается, а что нет в гольфе? Да, значит, у меня не очень хорошо происходит развесовка и перенос веса с правой ноги на левую при ударах. У меня не очень высокая скорость удара. Ага, понял, скорость. И есть проблемы с кистями, и я их как-то странно зажимаю, не могу расслабить, из-за этого не попадаю, летит не туда, и, в общем, это уже не гольф, это хоккей иногда. То есть мы смотрим перенос веса, да. Посмотреть нашу скорость, что сделать, да. И, конечно же, акцент на кисти, какие упражнения можно сделать. Да. Ну что же, Наталья, давайте начнем. Мы говорим о том, что очень часто на упражнениях бывает, что у нас есть тенденция остаться позади. Поэтому здесь будет упражнение попасть, держа клюшку тут, мячик впереди. Это будет заставлять нас, вот чуть-чуть, как капельку даже вот немножко добавив поворот, да. Будет заставлять нас переносить вес туда лучше. Уходить. Да, mm-hmm. Да, чтобы он как раз уходил вперед. Вот, о, шикарно. Круто! Теперь он чуть-чуть ближе. Все то же самое. И теперь, когда он прям близко-близко, уже вот так, он уже мы поближе. Все равно думаем вот об этой какой-нибудь там, какой-нибудь веточке, чего-нибудь, вот, чтобы прям до него дотянуться. А теперь после удара замрите на 2-3 секунды. То есть мы получили идеально прямые руки, мы получили классное плечо и самый главный поворот, то, что пояс смотрит на цель. На скорость. Значит, когда общая разминка у нас есть, выпрямляем клюшку вот с обратной стороны, вот так у нас руки по прямой. Вот левая рука и правая чуть вверх. Хорошо. И теперь, когда, Наталья, мы делаем замах, вы должны прочувствовать, что мы хорошо повернули. Вот, то есть посмотрите, 45 градусов, и вот они наши шикарные. А дальше, что у нас для скорости должно быть? Чуть-чуть вот этот уголок, то есть вот это расслабление. Помните, вы про кисти говорили? То есть на самом деле, вот часы должны ровненько смотреть вверх. То есть вот это момент наш, когда мы смотрим. Если неправильно, будет вверх или вот сюда. Дальше, когда мы начинаем поворот, вот тут они должны выпрямиться. Это то, когда вот обычно гольфисты что делают? Зажимаются, и у нас вот так проходит, и получается, что у нас и летит не в ту сторону, и еще и скорость мы потеряли. То есть мы должны выпрямить, а дальше расслабить и позволить этой клюшке уйти. Поворотик кисти. Да, еще разочек лучше. Замах. А теперь делаем замах, останавливаемся. Стоп. А вот теперь покажите мне, что вы чуточку расслабили кисти. Во, видите, какие они зажатые? Да. То есть вот, вот это движение. Вот сейчас вот капельку-капельку их расслабить. И вот чуть-чуть посильнее еще два раза. Вот, супер. Когда вы взяли клюшечку, то есть пару раз, вот теперь прочувствуйте вес, как клюшка вот здесь начинает падать сама вниз. То есть вот. Угу. Мы, то есть что у нас сейчас? Мы сейчас стараемся подсознательно ударить. А по факту, как вот эти там 5-летние дети бьют на 100 метров? Они реально отпускают эту клюшку, и получается, что по инерции она сама все за нас делает. Сделали замах. Угу. Вот, вот это, посмотрите, идеальное. Часы смотрят вперед. Вот эти расслабленные руки. Вот, вот они должны расслабиться. И теперь посмотрите, когда они пошли вниз, вот отсюда мы их прям реально должны просто расслабить. И таким образом они вот по легкости проходят. А вот теперь вот это движение завершите, положив клюшку на плечо. Супер. Теперь выпрямляем руки. Вот прям вот. И обратно. Супер. Наталья, спасибо большое, что выбрались сегодня в Ladies Thursday, в женский четверг на гольф. И расскажите, пожалуйста, все-таки, где вы начали? Первый раз я взяла клюшку на Карибских островах, на острове Антигуа. Ничего себе. Я жила там целых 5 лет. Ух ты. И поскольку место очень-очень маленькое и делать там особо нечего, однажды я решила, что нужно как-то себя развлекать. Угу. И почему бы не попробовать гольф? Там, конечно, нет таких роскошных гольф-полей, как под Москвой, под Питером, Mill Creek, там ничего даже близко к этому нет. Но есть пара таких обгоревших, пожухлых, но очень жарко, вода дорогая, но играем с гольф-поля, тренеры.
И меня тренировал замечательный местный тренер, такой настоящий раста-тренер. Он у меня был с дредами. Классный, классный чувак, такой карибский. Да. Наталья, тогда следующий вопрос. На Карибах 5 лет. Как по работе или... Если я не секрет, конечно. Я профессионально лежала на пляже. Нет, это шутка. Я работала на Карибских островах. Я занимаюсь инвестиционной миграцией, помогаю оформлять гражданство за инвестиции. А, ну, то есть там купить кому-то дом и еще паспорта? Можно купить дом, можно сделать благотворительный взнос. Карибский паспорт дает возможность путешествовать в Великобританию без визы, в шенгенские страны, в Европу, там Швейцария, Гонконг, Сингапур. То есть там порядка 130-150 стран без визы. Отлично. Уважаемые подписчики, если вдруг у кого-то возникли вопросы, комментируйте, задавайте вопросы под этим видео. Я думаю, мы с Натальей еще в летом точно обязательно поиграем в девяточку, потому что тема очень интересная. И, конечно же, обсудим все плюсы и минусы, где лучше всего дом на Карибах покупать. Да, Наталья, спасибо вам большое, что выбрались спасибо сегодня. Спасибо вам, Антон. Благодарю. Продолжайте играть. Спасибо огромное. До следующего четверга. Ну что же, после гольфа не забудьте обязательно зайти в гастро-бар в кустах. Ах, как вкусно! Потому что то, какую работу здесь провела Марина Купфер, это фантастически. Меню очень интересное, шеф-повар подготовил очень классные блюда. Вы точно их оцените, поэтому даже если вы не играете в гольф, обязательно загляните в гольф-центр на Берсеневском переулке, попробуйте, пообедайте или поужинайте с друзьями, и, может быть, вы уже подключитесь даже к гольфу. С вами был Антон Самсонов из гольф-центра Берсеневская набережная. Заезжайте, попробуйте гольф. И для всех прекрасных дам не забывайте, что каждый четверг у нас проходит Ladies Day. Всех прекрасных дам мы встречаем на тренировку, игру на гольф-поле и, конечно же, игристое вместе с закусками. Готовьтесь к сезону вместе с нами, улучшайте свою игру и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего и хорошего вам настроения и побольше бёди на полях. Пока-пока!